Евгения Михайлова. Российский политический и общественный деятель, кандидат психологических наук, доктор педагогических наук, действительный член Российской академии образования, вице-президент Республики Саха-Якутия с 2007 по 2010 годы, ректор СВФУ с 2010 по 2019 годы, президент СВФУ имени Максима Кировича Амосова. Когда начинал работать в правительстве, то я уже услышал Михайловой, которая, значит, работает в отделе образования города Якутска. Оттуда шла такая вибрация интересная, мне интересно было. Как же так получилось, что вы выпускница университета, вдруг попали в ТИКСИ? Я была секретарем комсомольской организации университет, и у нас была встреча у выпускников с министром просвещения Якутской ССР с Николаем Ивановичем Шариным. Меня убедил выступить на конференции и призвать студентов поехать работать на север. Ну, естественно, я вышла на трибуну и стала призывать всех поехать на север. Стала говорить о том, что вы представляете, в наше время, а это было в 1972 году, что в наше время есть такие школы и бедные дети, у которых нет учителей ни математики, ни физики. И вдруг в середине своего выступления до меня дошло осознание того, что раз я призываю, то сама должна ехать работать учителем. Правда, мне мои однокурсники до сих пор, вот некоторые напоминают, что выступление начало было прекрасное, середина вполне доходчивая, но вдруг ты в конце чуть не заплакала. Ну, это некоторые очень близкие однокурсники так говорят. Но я сразу же в голове, конечно же, всю картину себе представила. И немного расстроилась, но не очень. Я очень рада, что поехала работать учителем. 2 года в ТИКСИ, потом меня вдруг нечаянно избрали секретарем по школам на конференции районной, хотя я там категорично отказывалась. Был такой очень уважаемый секретарь райкома партии Николай Егорович Андросов, впоследствии глава Анабарского улуса. И вот он меня упрекал, что все-таки надо было вам настоять на своем и не соглашаться на секретарство. Но, тем не менее, меня избрали секретарем. И вдруг пришла такая телеграмма, что у меня заболела мама, и меня вызывают в Якутск. Вызвали, значит, в районный отдел образования. Я вот до сих пор фамилию помню. Заведующего тогдашнего вот зав. РАНО Болонским, Тюляхов, у него была фамилия. Он мне вручил вдруг мою трудовую книжку и сказал: «Вы уволены». А я еще не успела оформиться как секретарь. Хотя вот конференция меня избрала. В присутствии, я помню, вот Владимира Михайловича Членова, Артура Николаевича Челенгарова, Бориса Михайловича Дементьева, ну и Алексея Александровича Томтосова. Ну, получилось так, что потом мы пошли первым секретарю. Тогда, вот помню, был Сафронов. Не помню, как его звали. Ну, тоже там упрекнули. Но, тем не менее, значит, я, получив свою трудовую, прилетела в Якутск. Мама сказала: у нас в роду все беспартийные большевики. Потому что замуж поехала в Мигиналдан, и там я проработала 7 лет. Учительница. Учителем математики. Когда вы стали вице-президентом, то интеллигенция, деятели культуры, искусства очень обрадовались. Понимали, что вы недавно министр образования, зампред, которым мы общались и работали так. И вице-президент. То есть вот эта история, она как-то... Это чей замысел? Это замысел судьбы или что? Вот как это так произошло? Я очень любила действительно преподавать. Я очень хотела быть заслуженным учителем, а то и учителем, которого, ну, практически знают очень многие талантливые люди и так далее. Мне просто, ну, везло на таких замечательных детей, и я уже и сборную команду нашей республики готовила и по математике, и по техническому черчению. Я их возила в ВДНХ, в Москву и так далее. И как-то мне вот этот процесс очень нравился. Пригласили меня работать инспектором, сначала общественным, затем пригласили работать в районный отдел образования Ярославский.
на конференции общегородской избрали заведующей Якутским Гораном. Я отчаянно там сражалась, чтобы меня не избирали, мою кандидатуру сняли и так далее. Я даже помню, как Павел Васильевич Карбасов сказал о том, он тогда был заместитель председателя Якутского горисполкома. Он сказал уважаемой Анне Егоровне Эверстовой, что вот Михайлова боится, что ее не изберут, поэтому она хочет снять свою кандидатуру. И чтобы не показать, что я боюсь, что вдруг меня не изберут, и я это не переживу, конечно же, я оставила свою кандидатуру и не подготовила никакой программы действий вдруг, когда меня изберут. Ну, как-то вот учителя из трех кандидатур избрали меня заведующей Якутским Гораном. До сих пор горжусь этим и всегда стараюсь оправдывать это доверие до сих пор. И думаю, что буду и далее, конечно же, стараться решать эти вопросы. Ну и как-то так после этого меня, скажем, видимо, приметил Михаил Ефимович. Я помню, что он меня пригласил работать своим помощником, потом руководителем помощников и так далее. И когда я ему вдруг сказала по-якутски, что «Извините, Михаил Ефимович, хайдагаре эн лигина тахан кетирка ам хох тейпер, кай халбирев кинду дире». Ну вот как-то так вот эти такие интересные сочетания привели к тому, что я согласилась через некоторое время стать министром образования. Ну, потом уже, когда Вячеслав Анатольевич был избран президентом, вы помните, тоже очень такое интересное время. А вице-президент что, избирали тоже? Ну то да, есть, депутаты избирали, да. Ну, и заместитель председателя, вы помните, что я не всегда сразу проходила. По той простой причине, что всегда стараюсь на все иметь свое мнение. Может быть, оно и не обязательно консолидировано. И мне еще говорили такие вещи, что всякая власть, помните? От Бога. Ну да. Я вот, пройдя через такую тоже очень такой интересную судьбу, тогда я всегда сомневался. И в первую очередь я начинал отнекиваться, отказываться от разных предложений таких. А потом как-то вот так. Вот и, может быть, вначале вот я почему спросил, вот девчонка Сунтаров, вот такую вот назвать карьерой, это как-то я, когда я вам на вас смотрю и с вами разговариваю, то мне называть это ваша карьера как-то трудно очень. Это не карьера, это как-то это так произошло, это видимо так. Ну, для было... меня это всегда было доверие. Доверие, так, да. И это было доверие уважаемого и Михаила Ефимовича Николаева, нашего первого президента. Это было доверие Вячеслава Анатольевича Шторова. До сих пор вот во мне сидит все-таки крепкое такое мнение о том, что человек, который желает занять этот пост, например, эту должность, может быть, он 100 раз лучше бы и работал. Я так думаю. Тот, который так рвется, да, желает, то есть стремится. Да. Хотя я когда сама вот подбираю руководителя на какие-нибудь должности и так далее, я, конечно, вот желание ставлю почти что предпоследним. Для меня в первую очередь важны, конечно, человеческие качества. Качества, да. Да, человеческие качества, отношение к людям. Ну, и как человек строит контакты, взаимоотношения. В начале жизни, конечно же, были люди или какие-то события, которые как-то вот повлияли на, если не на судьбу, то на выбор, на решение. У меня было очень хорошее школьное образование. Семья, конечно, это фундамент, и очень я благодарна своим родителям. Они детей, меня, моих братьев, очень любили, и это вот, конечно же, познается не сразу, по прошествии многих лет. Ну и, естественно, то, что в семье не было там культа хрусталя, например, или там культа какой-нибудь шикарной мебели, это факт. Мы всегда знали, что книги, фильмы, первый телевизор, там первые небольшие эти, тогда вот с точки зрения механики и так далее, разные игры, или даже вот первые велосипеды, мотоциклы, мотороллеры и так далее. Это было все наше первое Яузы-10 и все такое. Ну, то есть таким образом родители старались ничего не жалеть.
и богатство измерялось носовыми платками, я так понимаю, сегодня носками и книгами, детьми в первую очередь. Вы доктор педагогических наук и кандидат психологических наук, да, конечно. Но вы математик же. Ну да. Математик. Базовое образование. Так, а вот я, для меня психология и математика, чем они, как они близки или не близки, я не знаю, потому что для меня, я не математик совершенно в этом плане, можно сказать, я... Вообще я мечтала стать физиком. Так. Но когда я сдавала документы последний день в Якутский государственный университет, мне не очень понравились члены приемной комиссии у физиков, больше понравились члены приемной комиссии у математиков. Так. Поэтому я подала документы на математика. Да, и где-то вот на третьем курсе мой брат привел свою дочь на то, чтобы я где-то краткое время с ней позанималась. Я как раз сидела, готовилась к зачетам, мне некогда было с ней заниматься, но так как они пришли, не помню куда, на какое-то мероприятие, пришлось ей дать игрушку маленькую такую, откуда, ну, мама привезла, очень такая интересная была кошечка, у которой голова на пружинке вертелась. Ну, ребенок через 5 минут эту голову сломал. Да. Ну и ребенку было, не было еще 3 лет, где-то около 2,5. Ну и она начала кричать и плакать о том, что зачем ты мне дала. Меня это, конечно, очень поразило. Я говорю, ну я же тебя не ругаю. Но она все 2,5 часа плакала и ныла, и меня критиковала, что я ей дала. И когда родители появились, первым делом она побежала вперед и доложила им, что если бы тетя Женя не дала кошечку, она бы ее не сломала. И я тогда поразилась тому, что еще, извините, 3 лет нет, да, а уже есть осознание опять-таки того, что можно найти крайнего, можно найти виноватого, да, И с тех пор я занимаюсь психологией. Вам, как человека, который общается со многими разными характерами, даже психотипами, это помогает? Помогает мне самой. Я, например, всегда стараюсь, особенно когда нужно принимать какие-то ответственные решения, ну, скажем, кого-то куда-то назначить, я всегда стараюсь сначала изучить человека, посмотреть, прочитать про него, ну, интервью, например, да, вот тоже, как, ну, стараюсь находить не с той точки зрения, там, каков словарный запас, например, у этого человека, да, а главное, на что у него, на какие-то события и так далее, какой взгляд в этом, в окружающем мире, например. Стараюсь после этого подумать, что именно подходит этому психотипу. Тема какая была диссертации? Тема кандидатская касалась вопросов воспитания ответственности. Воспитание ответственности. Конечно. Да. Мы же с вами представляем маленького, только что родившегося человека, и практически мы думаем о том, что это вот сегодня очень много разного рода литературы, в котором пишется о том, что там сколько-то процентов генетически заложено в этом человеке, столько-то процентов того-то и так далее. На самом деле все качества в человеке надо формировать. И как можно раньше это делать? Методы, как возвысить человека, как сделать так, чтобы человек приобрел, скажем, какой-то интеллектуальный рост, интеллектуальную энергию и так далее. Всему этому учит психология. Есть такое же понятие – психология власти. Но это с какой точки смотреть? Если, допустим, обыватель или там гражданин, ну, опять-таки, с какой стороны к нему подойти, к этому члену общества, например, или там члену ячейки, то кто и как определяет эту психологию власти? Что-то поменялось, когда вы были министром образования и стали вице-президентом? Ответственность многоотраслевая. А министр образования – это человек, который конкретно отвечает за одну отрасль. Вице-президент республики – это практически вот как раз та должность, которая должна была заботиться в первую очередь о законных правах граждан, проживающих в Якутии, например, да, и
второе очень тоже очень такое важное предназначение, конечно же, это то, что касалось создания устойчивой стабильности в обществе. И я думаю, что нам это с вами удавалось сделать. Это когда есть стабильность в обществе, есть рост, ну, скажем, чего-то. Опять-таки, ну, в системе образования, допустим, когда есть общество довольно, что хорошее образование бесплатно, доступно для всех слоев населения, например. Когда учреждение культуры, досуг, туризм и так далее тоже доступен. То есть общество в данном случае думает, как воспользоваться этим, например, как стать благодарной публикой для талантливых людей, ну и так далее. Ну, вы же занимали ответственность, как исполняющий обязанность президента. Вячеслав Анатольевич всегда мне говорил, главная просьба, значит, не распускать правительство и парламент. Читаю ваши статьи, интервью в качестве ректора, так? Угу. Конкретика такая идет в каждом интервью. Угу. То есть, вот как выпускников как обустроить, там, трудоустроить, там, значит, набор, там, с правительством разговор. У вас такая вот... Вы бы хотели, чтобы был пафос? Нет, да? А где пафос? Вот что такое университет для судьбы нашей? Ну вот я вам сказала, что я не очень хотела поступать в ЕГУ, например. Но тем не менее я поступила, и как-то, видимо, у меня склад, что ли, такой характера, или, я не знаю, ума, или отношения к делу. Я практически сразу же стала работать председателем учебной комиссии. Угу. И не то, что мне это страшно нравилось, мне там декан поручил, и я старалась это все исполнить. Благодаря работе этой комиссии, практически многих студентов удалось удержать, например, чтобы их не исключали и так далее. После окончания университета я никогда не прерывала связи с университетом. Это вот первое, да? Второе, я 8 лет работала общественным попечителем нашего университета. Старалась решать в основном 4 главных вопроса. Это, конечно же, бюджет университета, это и конкурсы гранта и так далее. Третье – это было награждение сотрудников университета. И четвертое – это очень тоже немаловажный вопрос – это жилье. И на данном заседании правительства мы, конечно же, ставили вопросы обеспечения жилья для сотрудников. И тогда и Минфин, и Минэкономики всегда говорили в федеральное учреждение, что вы тут опять, Евгений Александрович, начинаете. Но всегда все благополучно заканчивалось для учебных заведений, например. Ну и когда я пошла в университет, недели через 2, я собрала актив, а это где-то около 600 человек, ну и говорю, что можно заметить теперь уже изнутри. Я извне, вот за 8 лет все-таки уже много вижу, много знаю и так далее. Как бы так, снаружи, да, внешнюю сторону. А изнутри я заметила, говорю, отсутствие 2 вещей. Ну, актив сидит и смотрит на меня так с интересом. Вот первое, говорю, это отсутствие компьютеров. Ну, зал молчит. А второе, говорю, отсутствие туалетной бумаги. Угу. Ага. Может быть, слишком конкретно, вот как вы говорите, прозвучало. Зал засмеялся. Угу. Ну, прямо все задвигались. Я так поняла, что это несколько им непривычно. Может быть, они ожидали от меня услышать какие-то, как вы говорите, пафосные слова, там, праздничные благодарности, может быть, и так далее. И вдруг они услышали про туалетную бумагу. Угу. Ну, и я говорю, что извините, говоря языком киношного героя, вы над чем смеетесь? Над собой смеемся, потому что в первую очередь, первое отсутствие компьютеров означает отсутствие технологий, а второе означает отсутствие культуры. Вот по этим важным вопросам мы с вами и будем работать. Но зал затих. То есть я вообще-то вот вы как-то попали в самую такую точку, я вот иногда думаю, может, мне надо было там стать Данко, не сердце вырвать, конечно, да, но как-то так вот стараться вести там яркими какими-то призывами, может быть, и доклады у меня должны были быть несколько такого одухотворенного, возвышенного состояния, да, но я рассчитываю уже все, расчет. Некоторые мне очень близкие друзья говорят о том, что я прямо прагматик, да? Но супруг мой мне всегда говорит, что я
Романтика. Ответственность гасибит какие-то динатыры. Возможно, да? И ну, для меня главное достичь целей. Если мы определили миссию университета, что мы должны воспитывать таких молодых людей, такие личности должны выходить из университета, которые имеют высокий уровень интеллекта и высокий уровень моральной ответственности. Очень важный. Да. И вот это очень важный вопрос, который каким образом, ну, сказать это как бы просто, да, а какими средствами, механизмами, ресурсами и так далее мы должны это достигать. Потом мне не хотелось терять, например, многопрофильность нашего университета. У нас 460 с лишним программ образовательных, основных. Более 500 только образовательных программ дополнительного профессионального образования, например. То есть это практически почти 1000 программ, по которым сегодня работает университет. И это означает, что один преподаватель, а их всего 1400 человек, преподаватели и где-то около 140 научных сотрудников. Потенциал хороший, но в то же время это означает, что один преподаватель, например, скажем, математик, он не только должен разбираться там, в основах дифференциальных уравнений, но он еще должен понимать там, то, что касается дискретной математики, а физик должен практически знать не только теплотехнику, но еще и какие-то такие дисциплины, которые касаются междисциплинарных отношений и так далее. То есть это очень такой важный момент, и в то же время я сегодня вот не то что с большим удовлетворением, но как бы скажем, с мыслями о будущем, думаю о том, что университет вот за эти 9 с лишним лет все-таки имеет очень устойчивый рост по всем основным направлениям, на которые были приняты нами же самими. И в первую очередь, вот университет, что такое сегодня университет, да, вы спросили, в первую очередь это прежде всего совершенно другой, более качественного уровня, это характеристика наших студентов. Угу. Вот начнем с таких входных критериев. Вход в университет – это единый госэкзамен, да, баллы. Если в 2010 году этот средний балл по университету был всего 53, средний балл, то сегодня это 64 с лишним. Имеете в виду баллы по ЕГЭ, по предметам, да, средний, да, балл? Да, это средний балл по одному предмету. Так. Если было 53, то сегодня это 64. Естественно, характеристика детей... А, то есть повышается там? Естественно. А если вот по таким направлениям подготовки кадров, как, например, медицина, это 90-бальники, например, по таким, как архитектура, допустим, есть и инженерные направления, математика, там практически высокий уровень уже подготовленных школьников. Это раз. Второе, значит, опять-таки студенты это не только из одной Якутии. Угу. Это студенты из российских регионов. Естественно, это и зарубежные страны. Это практически все само собой, все воспитывает друг друга. А зарубежных стран много студентов? 38 стран у нас обучается. Около 38 стран? Около 600 студентов иностранцев, да. В 2006 или чуть раньше году Вячеслав Анатольевич приехал с заседания Госсовета и мне говорит, вот сегодня говорили о том, что какие могли бы быть университеты здесь. Ну, опыт работы Китая, тех же других европейских университетов и так далее. Ну, в первую очередь, конечно же, Китая. Ну, доказал о том, что, конечно, надо иметь разные типы университетов. И вот тогда было решено, что будет у нас в стране два национальных университета. Это Московский государственный имени Ломоносова и Санкт-Петербургский государственный университет, откуда вышли два президента Российской Федерации, например. Ну, потом было принято решение, что будет 10 федеральных университетов. Ну, на тот момент, в 2006 году, открыли два федеральных университета. Ну, естественно, все регионы стали думать о том, что хорошо бы им всем иметь по федеральному университету. Ну, решили, что по округам, федеральным округам будет по федеральному университету.
Ну, нам удалось с Вячеславом Анатольевичем и с нашим правительством. Ну, по крайней мере, я 4 года писала, 4 года ходила по кабинетам и так далее. И нам удалось добиться, что в нашем Дальневосточном федеральном округе 2 федеральных университета. Чем То мы очень гордимся. Дальний Восток, Дальневосточный, да? Да. Сегодня уже мы стремимся стать университетом мирового уровня. Для этого посыл есть. Чем будет отличаться ректор и президент? Молодым надо уступать дорогу. Молодых, конечно же, не только по их потребности, но еще и, конечно же, с точки зрения дела, конкретного дела. В данном случае вот для меня очень важный вопрос. Это, конечно же, университет мирового уровня, куда бы поступали не 600 студентов из разных стран, а 6 тысяч, допустим. Да? Но при этом встает вопрос, чтобы найдется ли место для якутян, например. И вот в этом плане, опять-таки, якутян надо образовывать не только там со школьных скамей, параллельно учить надо тех же родителей, которые, возможно, были и нашими выпускниками. Вот для меня ректор – это человек, который сегодня касается вот всей текущей деятельности. Наука и образование, да? Ну, естественно, наука, образование – это еще очень большая работа, это экспертная деятельность. Кстати, вот мы тоже имеем очень хороший посыл в этом направлении. У нас 15 экспертных центров, например. Далее это и инновационная деятельность. Например, сегодня, если вот в 2010 году всего было 2 патента у университета Юрия Николаевича Буслаева, да, то сегодня университет имеет около 360 различных результатов интеллектуальной деятельности. Часть из них, например, внедрена производство, промышленность, допустим, созданы малые инновационные предприятия. То есть это и практика для студентов. Президент, во-первых, будет выполнять поручения ректора. Во-вторых, конечно же, нужно кому-то очень долго, настойчиво и, можно даже и сказать, наверное, очень тщательно заниматься аналитикой. А аналитика касается не только развития университета, это развитие общества, это развитие экономики, например, региона. А у нас не только Якутия, у нас еще есть 3 других региона. Это Чукотский автономный округ, это Магаданская область, это Камчатский край. И практически это и Красноярский, и Иркутский, и так далее. Но все, что откуда дети к нам поступают, и интересно очень много предложений, например. Да? И ректор, допустим, будет принимать решение, он будет работать как исполнительный директор, например, который имеет право подписи на финансовых документах и так далее. А президент – это тот человек, который занимается вопросами стратегии. Стратегические вопросы. Идеологии. Это разработка проектов, программ, естественно, тех будущих направлений. Но вы в курсе знаете, что в университете есть очень хорошие коллегиальные органы. И, естественно, значит, мы будем ставить вопрос на заседание ученого совета. И ученый совет, конечно же, будет определять направление дальнейшего развития университета. Я 2 года пробивала и пробила в 2011 году фонд целевого капитала. Сегодня в этом фонде 506 миллионов рублей. Это, можно сказать, страховые запасы для нашего университета. Практически вот за годы работы этого фонда 164 миллиона рублей пришли в виде доходов вот этого эндаумент фонда. Эти деньги, они, я стараюсь каждый год их пополнять, и вот эти деньги, они как тело находятся в банках, а практически оттуда для университета приходят только проценты. И вот эти деньги идут прежде всего на поддержку наших талантливых студентов, наших молодых ученых. Ну и, естественно, всегда же есть в любом коллективе есть люди опытные, люди, которые могут получить статус наставника, например. Да? Еще у нас есть новые такие должности, как, например, исследователь, профессор-исследователь, доцент-исследователь. Ну и мы стараемся это все финансировать за счет эндаумент фонда. Кроме этого, у нас работают проекты, например, с Кембриджским университетом, проекты, которые работают с научным институтом морских и полярных исследований имени Вегенера, это Германия. Ну то есть, или университет Хоккайдо, допустим, Японии. И вот для таких хороших целей работает наш эндаумент фонд. У меня задача собрать 1 миллиард рублей.
Вот за все эти годы вот вашим служением народу, республике, образованием, духовности, вы встречались с разными выдающимися людьми, интересными людьми. Ваш кабинет очень интересный кабинет, такой вот ректорский, я имею в виду. И там фотографии, моя фотография там, спасибо, что я. Естественно, да. Фотографии Путина, Медведева, Михаил Ефимович, Вячеслав Анатольевич, даже фотографии шаманов там есть, шаманов. Там. То есть, Никон, вот, шаманы Никона, вот что объединяет их? Они мне симпатичны тем, что, во-первых, они очень самоотверженные люди, я так полагаю, мужественные люди, талантливые. Ну и, наверное, потому что они для меня представляют большой интерес с точки зрения того, что можно по ним мерить свою жизнь. Вот этих людей всех объединяет вот эта ответственность. Ответственность, она тоже бывает такая разная. Ответственность должности, ответственность там организации или учреждения, ответственность личности, например. Ответ, да? За свое слово, да. А вот когда эта ответственность параллельно идет с самоотверженностью человека, я думаю, тогда точно можно говорить и силе, в данном случае, власти этой одухотворенной личности. До сих пор перед моими глазами стоит яркая такая потрясающая картина, когда, значит, в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже, в зале, в главном зале ЮНЕСКО, когда около 1500 там участников этого момента, когда объявили о том, что Ланхо становится шедевром нематериального. Ну, то есть, это было 25 ноября 2005 года. Пять человек вышли на сцену. Я видел, с каким... Вот светлые какой-то, очень светлые стояли вы, лица ваши, ваше лицо светлое такое. И потом зал же, помните, зал, весь зал поднялся. Вечером вы сказали, что мы победили. Нет. Немножко было не так, Андрей Александрович. Вот как? Помните, утром, когда мы с вами завтракали, я вам сказала, что почему-то мне кажется, или мне так привиделось, я вам говорила, или, ну, по-моему, и не снилось, но почему-то мне так кажется, что «Эжидоре торе эмбехнады бетен». А, так. Да? Угу. И вы стали ей звонить, помните? Не и, помню. Первым делом она сказала, что нужно ей помочь транспортировать. А, так. Да, это буквально в первой минуте, и я, значит, позвонила Алене Петровне нашей, очень деятельной, энергичной, Алене Петровне Власовой. И, конечно же, буквально она в ходе разговора с вами через некоторое время Дора Накентина вам сказала: «О, уже бы она, Алена Петровна, звонанере, мы просто рыбарбутте». Спросите, как мы победим или не победим. Так. И вы спросили у нее, и она вам ответила. Исаевна Бети Беленула Роди Дептени. Да. Но я сказала, что я уверена, что Ланхо победит. Я тоже очень, ну, как бы, подробно знаю, как вы добивались становления Ленских столбов природного наследия, как вы. Высшая универсальная ценность. Два шедевра, так, природный и духовный. Что вы считаете в вашем служении главное? Я очень благодарна своим родителям, что они меня родили. Я ношу отчество, имя папы своего, фамилию. И, конечно же, думаю о них каждый день. Ну и стараюсь не посрамить своих родителей. Для меня это главное. Вы основали театр. Я могу сказать, я основала несколько школ такого инновационного направления, когда я и заведующей Гарану работала, и министром. И очень горжусь, что эти школы сегодня хорошо работают. До 38 лет вообще не обращала внимания на федеральные законы. В 92 году, будучи заведующей Якутским Гарану, 1 сентября, сижу вечером, бумаги смотри. И вдруг слышу в коридоре мэрии на четвертом этаже, где было Гарану, слышу топот и такой громкий разговор. Выхожу в коридор, и там идет группа людей, впереди идет мужчина и кричит: «Где тут школьная пионерская мафиози?»
ты. Но кругом никого не было, и я говорю, ну, наверное, говорю, это я. Вам говорю, Завгоронов. Да, вот мы пришли с вами ругаться. Детей, этих родителей, 26-я школа не приняла. И не прошли отбор в 10 класс. Я звоню директору Людмиле Игоревне Повецкой. Людмила Игоревна мне говорит, Евгения Исаевна, вышел новый федеральный закон об образовании. Сегодня бесплатность и доступность гарантируются с 1 по 9 класс. Она мне стала объяснять про этот закон и так далее. И я тогда впервые стала смотреть, что это за закон. И ужаснулась, что базовое образование было объявлено этим законом. Он вышел в июле 92 года, федеральный закон о образовании. С 1 по 9 базовое образование. Ну и, конечно же, люди стали 10 класс принимать по конкурсу. А куда должны были пойти дети? Мне директор говорит, а на работу, в училище, пусть идут, говорит, в ПТУ. Раз он там шалил, баловался, тройки получал, то ему нет дороги в 10 класс. А я говорю, а вы разве забыли, что сегодня очень много людей, которые имеют профессию, но не имеют работы? Это ж 92-й год был, заставила ее приказ отменить, принять всех детей. Прокуратура была против, надо сказать, потому что противоречит федеральному закону. 3 года наши депутаты пробивали республиканский закон о образовании, где была объявлена обязательность, доступность, бесплатность обучения с 1 по 11 класс. В 2000 году на январском совещании работников образования, ну, я как раз говорила о том, что не надо тут ругать милицию, что у нас 2,5 миллиона подростков беспризорных и безнадзорных. Вообще-то, говорю, мы с вами виноваты, работники образования, что мы допустили такой закон. И прокурором был Николай Егорович Политинский. Если его сотрудники, проверяя нас, писали, вот они не хотят привести в соответствие свой закон с федеральным законом, Николай Егорович всегда писал в архив и говорил, вот видите, министр написал, что закон республики не ухудшает положение детей, а улучшает. Хоть и были противоречивые такие моменты, но слава Богу, что вот это очень важно, чтобы во главе таких вот структур стояли мудрые и человеколюбивые люди. Вот поэтому сегодня наш новый закон, вот тогда сразу поменяли, потом в 2012 году вот вышел новый федеральный закон. Сегодня уже никто не задумывается, что есть проблемы с набором детей с 1 по 11 класс. Вот для меня, вот опять-таки, ответственность. Да, главное, чтобы у федерального университета, который находится в городе Якутске, да, и развивается, были такие федеральные документы, законные, правовые, нормативные и так далее документы, которые бы, ну, защищали бы федеральный университет здесь, в Якутске. Университет – это интеллектуальная платформа для того, чтобы наш регион, Якутия, Республика Саха, развивалась. Спасибо. Вы служите и будете служить Республике Саха-Якутия, народу, образованию. Дарю вот свою книгу, которая так громко называется, но я думаю, что это как раз подходит.